Мама, сейчас пришли сделать маникюр. Что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Что мы будем делать, малыш? Я хочу такое обычное. Обычное хочешь? А что ты хочешь? Какого цвета? Розового. Розового? А мы же рисовать ничего не будем на ногтях? Нет. Нет, только красить будем, да? Угу. Ну хорошо, давай накрасим таким розовым, смотри, да? Хорошо, сейчас накрасим. А я такие сделала. Красивая? Да. Вы прям все будете красить, да? Ну да. Мы же обычно точечки ставили. Расслабляй ручку. А давай мы один другим цветом накрасим ногти. Давай один желтеньким накрасим. Угу. Да? Красиво будет, правда? Да. Давай. Чтобы было по-модному. Мирончик, не подбивай милашу. Ой, какой красивый. Это обычный лак или детский? Обычный. А в лампе сушить не будем? Нет. А зачем нам лампа? Это же не гель-лак. Красиво. Тихо-тихо-тихо только. Сидим ровненько, аккуратненько, чтобы было все красиво. Быстро высыхает сильно. Сейчас перекрасим. Хотели один желтым накрасить, а не вышло так. Забыли. Да? А, забыли один, но ничего. Ну ничего, мы в следующий раз что-нибудь такое придумаем. В следующий раз, когда ты будешь ехать отдыхать, накрасишь. Или на другой джекин. А на другой еще желтенький сделаем? Один. Один? Хорошо, угу. Сделаем. Так, теперь эту ручку аккуратненько. Аккуратненько клади. Пускай высыхает. Давай мне. Вторую. Вот так. Ближе чуть-чуть ко мне ручку. Вот так, молодец. Умничка. Так, Мирончик, Милашу не подбивай, пожалуйста. Чтобы у нас были красивые. Это следующий. Вот это. Вот это желтый мы будем делать, да? Угу. Один. Вот этот. Да, да, да. А я зеленый. А мальчики не красят ни зеленым, ни каким. Ты расстроился? Ага. Не расстраивайся. Это не самое страшное в жизни. Расслабь ручку, чтобы я видела твой ногтик. Что там происходит, Мирон? Не так. Маникюр происходит? Да, хорошо. Теперь один желтенький, сейчас желтый вообще обалденный цвет. Высохли уже? Все ноготки, дай проверю. Покажи, как получилось. Вот. Покажи. И вторая рука. Да, проверим здесь подсохли. А потом я. Потом Мирончик. А Мирончик, разве мальчики красят ногтики? Нет. Ну можно просто маникюр сделать и не красить. Да? Что у нас там под ногтями? Красота? Угу. Красота. Красота. Так, а желтенький еще подсушиваем. Так. Суши. Дуй чуть-чуть. Вот так, молодец. Куда? Все, Милаш, высохли? Да. Ты довольна? Угу. Не-а. Мальчики ногтики не красят. У меня такие красивые. А у меня вот такие красивенькие? У меня такие. Да. Какая у нас с тобой красота. А у меня есть один желтый. А давай поиграем. Вроде к тебе пришла кукла красить давай. Ногти. Сейчас я тебе подам куклу. Вроде ты мастер маникюра, а она твоя клиентка. Здравствуйте. Что вы хотите сделать? Я хочу сделать французский маникюр. Хорошо.
Сначала... Ой, Мирон, ты сделал ей перхоть. Так, сейчас мы возьмем... Вашу ручку. Сейчас подпилим один пальчик. Мирон, а ты что делаешь? Она же пришла на маникюр. А не на прическу. Второй подпилим. Третий подпилим. Пятый. И я ее подержу, чтобы она не упала. Нет, лампу не трогай. Сейчас мы Оле все завалим. Оля будет очень кричать. Сына нет. Нет. Выключил свет? Ну ладно. Берем вот эту. И сейчас вот здесь. Я кучу. Тоже точно. Ага. Делаем кукле маникюр. Ты не против? Давай теперь что дальше делать? Уже подпилили. Мирон сделал прическу. Что дальше? Дальше? Да, что дальше? Оль, что делаю дальше, когда подпилил? Подскажи. Можно красить? Можно красить. Но красить мы, наверное, не будем. Да, Милаш? Да. Пойдем тогда домой? Да. А пойдем к гигиеническим. Нет, да? Потом я. Ну как же ты, сынок? Разве ж мальчикам делают ногти? Да. Моим куклам просто делают. Нет, не делают. Вот им. Да, делаю. Тебе нравится, Мирон? Да. Будем всегда Коле ходить делать ногтики? Ты же мне не даешь. Ты отрасишь, я придешь, я тебе аккуратно обрежу, так чтобы больно не было. Хорошо? Договорились? Будем делать маникюр, да? О, смотри, какой ты теперь красивый. Смотри на свои ногтики вот так. Смотри. Смотри. Ты доволен, Мирон? Красиво? Смотри, какие, какие ногтики у тебя теперь. Аккуратненькие, да? Красиво? Говори спасибо. Он посушить хочет. Подсушить надо? Да? Для надежности. Так. Или не будем сушить? Я немного. Вот так. Послушаем чуть-чуть. Ну, чтобы наверняка. Все? Здесь спадки на свечение и нашли гусеничку и покатаемся сейчас на ней. Сейчас поедем? Да. Мираж, мы поедем сейчас. А здесь такие тюльпаны классные. Да. Два. Да, маленькие. Прямо сейчас пойдем, хорошо? И балконе будем. Когда же мы поедем? Да, крутой поворот. Сейчас нас привезут туда же, где нас забрали, да? Объезжаем всех людей. Понравилось вам? Да. Вот такая гусеница у нас была. Сиди, я сфотографирую, Милан. Обними Мирончика. И поцелуй братика. Ой, какие молодцы. Еще поцелуйтесь. Ой, какие хорошенькие. Пойдем? Дружно в ряд. И дружный наш отряд. А куда мы шагаем, отряд? Магазин. Какой? Обуви. Что нам надо? Мирон в остановке, а то у меня уже есть, а у Мирона нету. А куда еще мы пойдем? Макдональдс. Там, говорят, новая серия. На игрушек, а не Мирон. Да ты что? Да.
И нам придется купить игрушку? Да, очень крутая. Там всякие стреляешь птицами, всякие... Да всякие... ты что? Сына, да? Я получу игрушку. Зеленых. Обходи. Я получу игрушку. Нам как настоящая игра бандит. Ну, пойдем проверим. Вы одни на площадке? После детского мира, да? Сейчас покатаемся немножко и пойдем искать обувь. Ого, какая она высокая. Ого! Милана, ну подержи, я Мирона подсажу. Подержи, пожалуйста, камеру, Мирона подсажу. Милаш. А, ты залезешь сначала? Двумя руками подержи. Поснимай нас. Кач-кач. Да? Ага, я ж тебе говорила куклу-то не брать. А ты взяла? Высоко? Да. Надо еще выше? Да. Или так достаточно? Да, не достаточно. Кач-кач. Да? Да. Опа! Опа! У тебя руль? Так ты там можешь сам раскататься. Крути руль, быстро-быстро. Как? Он крепкий. Слишком крепкий? Вот так, давай. С тобой тут катаемся? Тебе жарко? Я буду пойти. Ого! Милаша уже ложится спать, а Мелисса заняла ее место. Да. Не, Мелисса уже ушла. Угу. Что тут у тебя, куколки твои будут все спать, да, с тобой? Да. Мам, у меня здесь вот мои подушки на этом. Ой, ой, смотри, смотри. Мелисса опять решила, что она будет спать на твоей подушке. Мелисса, а ты уверена, что это твое место для ночного сна? Нет. Такая зевнула, деловая. Да-да, это мое место, она считает. Эти все куклы спят с тобой? Да. Вот эти в кучку, эти на... Вот эти. Расскажи, кто тут, как зовут? А, вот тут у Миланы висит еще такая колыбелька, да? Это? Там тоже спят детки. Милана многодетная мама у нас, да? Расскажи про колыбельку. Вот она там так висит. Белька у меня завязана на ленточке и на резинках. Ага. Вот. Она очень крепкая, правда, Мирон как-то одним образом ее развязал. Ага. Мирон думает, что это для него качелька, иногда туда свою попку садит, да? Угу. А, вот, а эти дети спят не в колыбельке, да? Угу. Просто на подушечке. Это такие просто куколки я сюда ложу. Они прям так в кучке, да? Угу. Собираем. А здесь младенцы. Еще маленькие детки. А вот, ну, там давай. Еще Сережа спит. Ага. Еще не хочет к ней идти. Мелисенька, может, ты пойдешь на свое место? Да. Разве Милана подушка это твое место? Ты уверена? Да. Мелис, такая наглость, и ты такая наглость, это прям такая наглость занять детскую подушку, такая прям очень сильная наглость. Это Мелиса, как я влезу туда? Скажи мне. Давай ложись, может она уйдет тогда. Но все же она может не такая наглая. Укрывайся. Давай. Мелиска, Мелиска, пойдем спать на твое место. Говори, Милашка, всем пока. Всем пока. Спокойной ночи. Всем сладких-сладких снов. Да? Угу. Выключаем свет. Мелиска, пойдем.
Мелисса. Ну пойдем. Ну пойдем спать. Ну уже свет мы выключили. Ах, Мелисса. Спокойной ночи. Милана уже спит. О, все, Мелисса согласилась.